Партнерство между городами, стоящими на самых длинных реках русской Волги и китайской Янцзы, не первый год приносит плоды. И многие студенты из Китая в перспективе хотели бы учиться в Самаре. Я думаю, что этот город на улице очень чистый и очень красивый. И будут, если у меня есть шанс, я очень весела, чтобы буду учиться в России. Мы хотим познакомиться с городом, его историей, развитием, узнать людей и завести новых друзей. Экскурсия по историческому центру – настоящий подарок для китайцев, которые так любят фотографироваться. Набережная Волги, драматический театр, пешеходная Ленинградская. Программу для гостей из Поднебесной подготовили наши волонтеры, студенты исторического факультета. Эта делегация очень понравилась, потому что ребята большие молодцы. Мы предполагали, что они не будут знать ни русского, ни английского, но мы были очень поражены тем, что у них 7 человек знают русский язык, притом очень хорошо им владеют. Они практически все говорят на английском языке. И то есть они понимают с полуслова, всегда доброжелательные, отзывчивые. После экскурсии по городу и знакомства с его историческим центром делегация из Китая отправится на молодежный форум «Иволга», где будут обмениваться опытом и общаться с самарскими студентами. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События.